Рейс из Красноярска аварийно приземлился в Хабаровске. На борту было 84 человека, 77 из них пассажиры. Лайнер совершил посадку около 7 утра по местному времени. Сообщается, что причиной стала техническая неисправность, какая именно, не уточняется. Самолет не поврежден, никто не пострадал. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку. В Красноярске сбили ребенка. Мальчик катался на велосипеде во дворе, а затем выехал на проезжую часть. Из-за припаркованных машин он не смог как следует посмотреть по сторонам и попал под колеса. 8-летнему велосипедисту повезло. Водитель легковушки успел притормозить. Ребенок отделался ушибами. Инспекторы напоминают, что детям кататься по проезжей части запрещено. В этом году уже было 22 подобных случая. В Красноярске на улице Матросова закроют одну полосу. Там начался ремонт теплосети. Движение будет ограничено от дома номер 1 в сторону Предмостной площади. Работы продлятся до 21 августа. И еще два участка в этом районе, о которых нужно знать водителям. Из-за ремонта трубопровода до 28 числа ограничено движение от Кольцевой и до Красноярского рабочего, а также съезд дублер по Матросова. В Красноярском онкодиспансере откроют новое отделение. Принимать в нем будут жители края с наиболее распространенными опухолями и пациентов из тех районов, где пока нет кабинетов для первичного осмотра и обследования. Работать в новом отделении будет 6 врачей-онкологов. Запись начнется уже 17 августа.